Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И сегодня для любителей заработка без вложений я возвращаюсь к крану Asset Hub или Asset Mine Hub. Значит, давайте я поставлю монетки на вывод и потом продолжим, выведем баланс. У меня на балансе 2-3x. Обращаю вот это, ребятки, как меня эта фигня выпадает. Она меня просто напрягает. Вот, но она потом пропадает. Значит, что у меня здесь? У меня на балансе 0.03 дугикоина и тронов 2.73x. Будем выводить. Значит, кликаю вывод. Это баланс в USDT показан. Пипец. Как она меня напрягает. Так, ладно. Давайте выведем. Что мы будем? Сначала дугикоины выведем. И мы прописываем сумму, как не поставить сумму вручную. Ладно, прописываем 0. Точка, что у меня там? 0, 3, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 6, 2. Правильно написала? Так, 0, 3, 4, 3, 1, 6, 2. Ну, пусть так будет. Выводим на Asset Pay. Кликаем. Пипец, все, монетки выбились. И теперь я сразу выведу троны. У меня на балансе 2.7077. Пусть так. Тоже кликаю вывод. Видите? Это ужас. Так, ну что, монеты я вывела. Так, пойдемте на Asset Pay. Обновим страничку. Тут собрал, вывел. Минималки на вывод нет как таковой. Значит, смотрите, Dogecoin я выводила. Вот мои Dogecoin пришли 25 октября. И мои троны пришли 25 октября. Faucet Mine Hub или Hub. My Faucet Mine Hub. Все шикарно. Так, теперь я возвращаюсь на кран. Ребятки, Daily Coin. Это мы собираем раз в 10 минут на кране. Монетки. Сейчас, секундочку, ребенка в школу отправим. И здесь вот на экране мы собираем раз в 10 минут криптомонеты. Значит, кликаем сюда, выбираете любая криптомонета, какая вам нужна. Я собираю трон, Dogecoin в основном. И разгадываем капчу. У меня уже 7 уровень. Так, что у нас здесь? Выбери с не меньшим животным. Блин, эти животные. Что здесь? Курочка. Так, наверное. Курочка. Готово. Кликаем клейм. В 20.00 по московскому времени у меня обновляется. И здесь дается в день 50 клеймов, и вот это у меня обнуляется. Вот пошел таймер. Значит, и такое вот количество мне начислили трон плюс бонус 3,5%, так как вот здесь повышается уровень 7. Скоро уже закончится. Далее что? Здесь есть фишка, почему я так много набрала. Потому что, обратите внимание, это же кран, и я
никак не могу набрать две монеты, там 2.7, ну почти 3 монеты, да, за такой короткий срок. А все фишка в том, что вот этот чат, ребятки, видите, всякую ерунду тут пишут. Всякую-всякую ерунду. И здесь раз в 15 минут за активность в чате начисляют 0.13x. И вот за активность в чате я набрала такое количество монет. Неплохо. Я не хочу сказать, что мне каждый раз тут это рандомно и случайным образом, тем не менее, я набрала. Вот, пожалуйста. Вот активность и пошли. Вот. Я не сижу тут каждый раз так и не кликаю, захожу, ну, периодически. Вот. И как бы начисляют монетки. Согласитесь, неплохо. Вот. Вот тут всякую ерунду. Ну, вот как-то так. Так что я рекомендую, кто любит работать без вложений, на кранах сидеть, вам этот кран. Заходите, помимо того, что вы собираете здесь монеты раз в 10 минут, и за активность в чате, пожалуйста, получайте еще дополнительные монеты. Платят в трон. Они мне, в принципе, по барабану, пусть в любой монете, но и как-то так. На этом все. Всем удачи, всем пока!